Я прошу внимания для этого почетного момента. Выступает команда «Свинохрюк». Между «Экс» и «Эфсайтами» перейти. Как-то встречался ей старый бард, которого никто не любил и в концерт никогда не пускал. Вот и зритель. Готовься, сейчас я тебе песенку спою. Да нет, у меня времени нет, я спешу в ГП. ГП? Что такое? Говно птеродактиля? ГП – это группа прослушивания, там моя бабуля рулит. Приглашаем вас в нашу программу «Минное поле чудес». Итак, дорогие дамы и господа, в нашем минном поле чудес мы подошли к последнему раунду, и у нас остался всего один участник в живых. Его зовут Ахмед. Познакомьтесь. Здравствуйте. Итак, Ахмед, вы выиграли 100 тысяч долларов. Но для того, чтобы получить эти 100 тысяч долларов, вам придется сыграть с нами в суперигру. Да-да. Итак, правила суперигры очень-очень простые. Вынесите, пожалуйста, стул. Сейчас Ахмед для вас вынесут стул. В этом стуле, прямо под ним, заложена мина. Садитесь, Ахмед, садитесь. Садитесь, садитесь, Ахмед. Итак, ваша задача определить, какая там мина. Так. И разоружить ее. Так. Можно начинать? Приступайте, Ахмед. Так. 35 килограмм пластита. Гениально, Ахмед. Цельнометаллический корпус, да. Супер. Зеленый. Невозможно. Производство Пакистана. Нет, производство Гонконга. Абсолютно. Гонконгский металлургический комбинат. Да, да? Хорошо, да, знаю. Да, да, да. Поаплодируем Ахмеду, пожалуйста. Почему Америка, купив Аляску, никогда даже не пыталась купить Чукотку? Купон на buy one, get one free expired. Растет в штанах. Скоро мне 16. Что же делать мне тогда? Чем же заниматься? Папа только про хоккей. Мама жарит в кухне. В общем, в ванной все окей. Только ночью пухнет. Я влюбился, только дай. Я совсем готовый. Но с девчонками беда, говорят, не клевый. Говорят о том, что взгляд словно ножик точит. Я ж влюблен во всех побряд. Все, простите, кончил. Его мать была девушкой честной, а отец рядовой педераст. Но как Петр у них получился, остается загадкой для нас. А по ночам он мешает ей спать, изнутри колотит ногой. Как же он смог узнать? Непонятно, что отец у него голубой. Ожидает нелегкая доля, и не отродит он их детей. Петр не нашел еще выход, но есть масса хороших идей. Приз, который мы получили,
все команды, пожалуйста, помогите нам разобраться с этим призом. Спасибо. Да, так что давайте мы сейчас прямо вот... Прямо здесь мы разобьем. Мы здесь с ним разберемся. Меня зовут Илья, команда «Черепашки-ниндзя». Впечатления шикарные, потому что просто замечательная игра, команды боролись, команды играли, мне очень понравилось. Мы на самом деле, мы сами себя порадовали, потому что мы все сделали за сегодня, у нас не было никакого текста, никакого ничего готово. Мы просто сели сегодня и решили, что три команды играют, это не спортивно, нужно играть вчетвером, как минимум. И поэтому мы все сделали. Но ребята шикарные, молодцы. Я стоял, слушал за сценой, когда они выступали, я хохотал просто. Это вообще не КВН, а КБХ, правильно произносится, профессионалы, которые играют. Впечатление шикарное, просто все оно того стоит, потому что было очень весело всем. Я надеюсь, что понравилось и зрителям, потому что нам точно это понравилось, как и процесс, так и все выступление. Большое всем спасибо. КВН, Лига американского КВНа. Берегитесь, у вас появилась конкуренция.